Привет всем, с вами Жанна. Сегодня я решила засолить лосось на закуску. Вот такой лосось кусочек я купила. Его сперва обмываю в холодной воде. Обмакиваю в полотенце лишнюю воду. Так, и понадобится лосось, укроп, сахар и соль. Так, в принципе, для засолки, если 1 столовая ложка соли, то значит 1 чайная ложка сахара идет. Он будет не сильно засоленный, такой слабо солененький. Сахар. Теперь беру вот такой контейнер пластмассовый или стеклянный, любой, куда поместить. Еще посыпаю дно солью. Выкладываю. В принципе, все готово. Закрываю крышечкой и ставлю в холодильник на сутки. Как раз он засолится. Ну вот, ночь прошла. Из лосося выделился сок вот такой. Поменял он цвет, такой стал более прозрачный, как сказать. И теперь просушу полотенцем. Если бы он был сильно-сильно засоленный, то тогда его надо было бы промыть сперва водой, а потом просушить полотенцем. Вот так, готов к употреблению. Вот так, и теперь навяжу. Красивый. Так, и я всегда обрезаю вот этот темный слой, потому что мне не нравится, когда имеет острый привкус рыбы. Ну, можно и не обрезать, конечно. Так, и формирую на блюдо. И посыплю перчиком. Я подаю с лимоном, укропом и луком. Блюдо готово, закуска. Приятного аппетита!